Что сюда привело? Без понятия. Фудкорт находится на другой стороне, где меньше людей. Инстаграм, Рутуб, Ютуб. Ты водишь автомобиль? Какой? BMW. Мы из Италии, из Рима. Пока ничего интересного, конечно, не вижу, но уже в предвкушении. Привет всем, особенно тем, кто сегодня стоял в пробках. Ведь центр Казани перекрыт сегодня не просто так. От площади Тысячелетия сегодня стартует, внимание, международное ралли под названием «Шелковый путь». И специально для тех, кто все-таки в пробках стоит весь день, мы оказались здесь, чтобы передать вам эту атмосферу. Что сегодня проходит здесь? Сирк 2023 ралли-уэй. Что вас сегодня привело сюда? Люди. Погулять. Мама! Ты водишь автомобиль. Какой? BMW. Ух ты, дрифтом, наверное, занимаешься каким-нибудь? Конечно, каждый день. На машине приехал сюда сегодня? Да. Ладно, за кадром права мне покажешь. Она привела. Его привела я, меня он. Пока ничего интересного, конечно, не вижу, но уже в предвкушении. Мы приехали с моим мужем. Мы из Италии, из Рима. Я не пла. В пробках не стояли сегодня? Нет, после того, как мы съездили на мотоцикле, мы байкеры в Будапешт, для нас это не было пробок. Это что вас сюда привело? Без понятия, мы приехали в Казань час назад. Вы откуда? Из Краснодара. А гонками вообще увлекаетесь? Гонками? На приставке играю. Тоже хорошо. Из Кирова, Кировская область. Интересуетесь гонками? А больше всего сын сейчас уже будет интересоваться, мечтает выступать в мотокроссе. А я однажды сопровождал гонку в качестве организатора «Шелковый путь». Вот сейчас ностальгию смотрю. В этот раз гораздо лучше организованнее, чем на Семгат Хакима, потому что больше зрителей могут пройтись вдоль боевых машин. Но есть один минус. Фудкорт находится на другой стороне, где меньше людей. Единственное место, где можно спрятаться от этой сумасшедшей жары, это пешеходный переход. Здесь так прохладно, так хорошо. Привет, я в качестве блогера приехала на ралли «Шелковый путь» снимать, все красиво показывать, освещать мероприятие. Я сижу вообще во всех соцсетях. Я Инстаграм, Рутуб, Ютуб, Лайк, ТикТок, ВКонтакте. А про гонки можешь сказать что-нибудь? Да, кстати, машины реально классные. Я видела здесь КамАЗ, у него колесо больше, чем моя машина, и я загуглила, весит 10 тонн. На сегодня запланировано выступление музыкальных коллективов и хореографические композиции, посвященные ралли, а также гостеприимству татарского народа и десятилетию универсиады в Казани. Как быстро влетит время, друзья, не правда ли? Участников ралли ждет 9 этапов. Дистанция составит более 5000 километров. За 9 дней гонщики пересекут 13 регионов России. Это Татарстан, Башкортостан, Челябинская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Липецкая, Тульская и Московская области. Ну и а также Москву. Друзья, посмотрите, как символично. Ралли сегодня стартует от стен Казанского Кремля, а завершаться оно будет у стен Московского Кремля, при этом пройдет через множество регионов. Ну не прекрасно ли? Ну и, конечно, ради чего лично я сегодня сюда пришел. Это выставка ретро-автомобилей. We'll be right back.
с праздником!